физкультурная. Команд физкультурный. Борис уже второй срок заседает. Да какая разница? А разница в том, что вы же градители на халяву не нальете. Проведя бесчеловечные эксперименты на улитках, Пендальф выяснил, что Бориса и всю его стражу подсадили на синий мордовские шпионы. Эталонно чистая рахлянская водка была коварно смешана с мордовской жидкостью для мытья окон «Красная шапочка». Все это цинично выдавалось за особо модный коктейль «Удар копытом в рыло». Для наличия волшебных пузырьков в адскую смесь закачивался газ с говорящим названием «пропан». Сотрудники мордовских химических лабораторий знали, что под влиянием этих химикалий высвобождаются алкодемоны, единственное средство от которых – чистый кокс. Oh!
Согласно древней традиции, свободное ношение сабель и волын во дворце разрешалось только коренным рохлянцам. Остальных вежливо просили сдать оружие в гардероб. Но хотя наши джигиты являлись иностранными туристами, с оружием их могла разлучить только смерть. Или еще что похуже. Просил никого сегодня ко мне не пускать. Пойму я!
Ну, значит так. Я завязал. В честь этого, понимаешь, две недели пируем. Как же так, атаман? Мир в опасности. Урки на подступах. Надо мочить козлов. Ах да, козлов. А ты, молодец, кто будешь? Я агроном. Сын агропрома. Временно бомж. Агропрома, понимаешь. Знавал я твоего отца. Неудивительно, что ты теперь бомж. Про козлов-то я все, понимаешь, знаю. А расскажи мне теперь, кто такие эти урки, понимаешь? Каждый образованный житель Средиземноморья знал, что крепость Морга сделана из танковой брони, оснащена чудесами враждебной техники, охраняется самыми страшными урками и мумитроллями, а потому является абсолютно неприступной. Однако, когда карапузы посещали свою сельскую школу, им этого никто не рассказывал. Михалыч, я слышал, двое наших из Инград взяли. Знаю, Сеня, знаю. Если они смогли, то и мы сможем. Здесь у урков, наверное, столько золота. Ой, не надо нам сюда соваться, парни. Это же мор. Самое сердце зла. Где тут деньги? Обойдем, давайте, а? Давайте обойдем. Замолчи, голый, ты вообще не в доле. Не тебе решать. По-моему, это просто безумие какое-то! Делай шаг назад, голый! Я тебя пристрелю, как дезертира! Ловать моего ухо до смерти!
Ты же сам великий и ужасный глаз! Ну все, конец нам! Допрыгались мы! Он нас нашел! Уносим ноги! Быстро отступаем! Бегом! Сеня, золото не растеряй! Гнездящийся на телевышке прожектор перестройки причинял безумие уже одним своим видом. Каждый, кто долго смотрел на него даже издали, начинал видеть невидимую руку и чует запах сразу 100 сортов колбасы. А ведь это верные признаки сифилиса мозга. Надо было оставаться в своей деревне, ведь я же знал, что так будет! Знал! Если ты бросишь рюкзак с нашим золотом, сюда попал. Иди ко мне, маленький, бедненький. Приветствую тебя, странник. Ты оказался здесь, потому что ты самый большой неудачник и опустившийся алкаш. Тебе предстоит ответить за все грехи и пройти несколько испытаний. Для начала ты должен найти оазис, иначе умрешь.
от обезвоживания организма. Не думай, что это будет просто. Оазисы защищены силовым полем, которое тебе придется как-то отключить. Но даже в этом случае они могут оказаться лишь миражами. В твоем распоряжении только этот баран. Удачи. Это все клевета. Что если я не согласен? Что он там про поля говорил? Три испытания для настоящих джигитов. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, козленочком станешь. Прямо пойдешь, вообще за все ответишь, без вариантов. Итак, ты добрался до первого испытания. Чтобы выжить здесь, тебе придется расстаться со своим любимым бараном. Можешь убить его сам, если поймаешь. А можешь перебить всех врагов, которые будут из него порождаться. Выбирай сам. Повторяю, баран обречен на смерть в любом случае. Удачи! Извини, баран мой верный, но ты и так уже все понял. Испытание ты рискуешь сам превратиться в больного беззащитного барана и умереть с позором в этой оболочке. Хотя ты и заслуживаешь такой участи, я даю тебе шанс. Живая вода в этих бутылках на время отсрочит превращение и вернет тебе человеческое обличие. Как всегда, ты спасешься. Если все остальные умрут. Удачи. Ничего не вижу. Я не согласен. Вытащите меня отсюда. Полосное облако смерти! Thank you.
Добрался до последнего испытания. Эти несметные орды были посланы Сарумяном, чтобы уничтожить тебя. Ты должен убить их всех или погибнуть. Но все эти урки — живые существа, как и ты. Не слишком ли большая цена за твою жалкую шкуру? В твоем распоряжении 3 катапульты. Потеря хотя бы одной из них будет означать твое поражение. Удачи! Твоя проповедь не имела успеха! Мочи козлов! Если бы агроном рассказал, что с ним приключилось, ему не поверил бы никто. Но он готов был поклясться всеми своими женщинами, что слышал странные голоса. Последнее, что помнил герой, были слова: «Погибель твоя из сортира придет».
Ох, как же я устал! Где мы сейчас, голуби? Это бывшие владения Гондураса. Народы дикие, не так. Урки считают, что в нас ищи сюда ни один нормально не сунется. Слишком много мин осталось со времен прошлой войны, поэтому они даже постов тут не ставят. А я слышал, что в этих полях прячутся партизаны. Гондурасские бесстрашные сорвиголовы, элитные отморозки, такие, что даже урки... Чёрт, партизаны! Чёрт, талибы! Ищу этим гражданским! Куда ж во всех не все? Укройся в окопах, пока цел! Тринадцатый, ты меня слышишь, привет? Да, шестой, слышу, тебя там! Ты тоска! Смертники лезут и лезут, и жрать охота! Слыхал про новое секретное оружие талиба? Брехня! Говорят, скоро не его используют! Брехня! Это Ралган совсем справится! Паникуйте, парни! Все в норме! 13-й, вы можете с ними связаться? Никак нет!
командном бункере обеденный перерыв. Вас понял, 13-й. Шевельнитесь, дамочки, быстро, быстро! Хотите ужин пропустить? Сосредоточиться! Здесь должны быть наши! Шестой, прием! Говорит 13. Это ваши люди приближаются к южной точке? Я отсюда вижу кое-что. Похоже, там нечего ловить, парни. Талибы там всех накрыли. Кажется, они захватили наши танки, так что... Короче, похоже, там засада. Прием! Меня вообще кто-нибудь слышит? Напоминаем, что вы слушаете волну для тех, кто в танке. Погодка сейчас не очень, но не беда. Гондурас великий будет всегда. Также спешу напомнить, что вы еще можете успеть на обед, если прорвете вражескую блокаду южной точки. Оставайтесь с нами. Оля Гондурас!
слона Потама защитное поле. Стреляйте из тяжелых катапульт. Повторяю. Стреляйте из катапульт. Нельзя подпустить его к командному бункеру. У нас обед. Много веков назад, во время крестовых походов, джедаи выперли талибов из Афгана. Когда орден джедаев пришел в упадок, рыцари лишились силы и превратились в зеленых покемонов, разбредясь по болотам. Обрадованные талибы сразу же заключили военный союз с Мордовией. В случае победы Селерон обещал отдать им всю территорию Гондураса. Где талибы, в отместку за давнее унижение, замыслили устроить массовое обрезание под корень. Мы тоже за революцию! Да что ты говоришь? А золотишко тогда откуда? Не трогать мое! У меня есть подозрение, что на колечке на этом отпечатке моего покойного братца Баралдина! Численное преимущество Мордовии было огромным. Такого количества запасных поля Средиземноморья еще не видели. Однако в главные ворота Рахляндии было не так-то просто забить. Эта великая битва вошла в историю как дачный полуфинал. Рахлянцы! Алле! Ваше время пришло! Близится полуфинал! Рахляндия против Мордовии! Ничья нас не устроит! Во время торжеств выпивка до полцены! С каждой второй бутылкой комплект оружия и боеприпасов бесплатно! Слава Рахляндии! Алле! Ого! Кого я вижу? Наконец-то ты к нам присоединился. Дел полно, поэтому буду краток. Сегодня у всех вас появится возможность проявить себя. Раз-два. Итак, приступим. Для начала заприте главные ворота как следует. Затем испытайте катапульту, которую я лично установил и навел в центре поля.
мы должны понять, опошать сегодня и я полуфинал все-таки. Оле, Рухляндия! Осторожно, ты что делаешь, идиот? Сам тупица, уйди, дай сюда. Ты ж не треклять зари. Хватит трясти, это тебе не молочный коктейль. Говорю, отдай, ты не умеешь. Да потрогай, что тебе не надо, мне поручить. Я только не пойму, что румяна, зачем он футбольный мячик этой хрени накачал, если его даже пнуть нельзя. Надо понять, братцы. Кончай скорее, пошли отсюда. Что один такой конь стоит 50 голов урка. Да! Я согласен! Thank you.
ударом с другой стороны, а мы тем временем отлатаем ворота. Эй, там, солдат, беги за гвоздями, а ты, усатый, с молотком, быстро, кто-нибудь пожирнее, скорее убрись ворота, живее, ведь собьют сейчас ворота, живо, живо, за работу, лоботрясы, заколачивай, живей, живей, больше и носок несите, все, что есть, плевать на трещины, замажьте чем-нибудь, как нет цемента, а где же он? А штукатурка, навозом тогда. Выправляйте косяк живее. Сейчас треснет ровнее. Кто-нибудь уберите трупы отсюда. И подпускай их к воротам, братец. Но маска еще не застыла. Держись там. Отлично, хлопцы! Ворота в доме! Уходи оттуда скорее! Урки снова тащут Трояна! Мочи козла коня! Мы посмены или кто? Живее, шевелитесь, парни! Катапульта на поле! Кто-нибудь дайте залп и тяните резину! Троян припарковался! Огонь! Живее! Проводите его в деревянную голову!
защитить атамана! Yeah.
Так, друзья, положение наше, понимаешь, безвыходное. В общем, бери, что хочешь, иди куда хочешь, но сделай что-нибудь. Мы должны пройти финал любой ценой. Уж придумайте, как. Полцарства отдам. Но для начала хлопнем по маленькой. Эсэсовцы, они среди нас! Держитесь, парни!
Я вас все равно найду. От меня вам никуда не скрыть. Куда теперь? Бери в обрез. Мы должны найти голову. Не нужно никуда не бегать. Надо проникнуть в тюрьму и освободить голову! Но кто-то должен остаться здесь, на шухе, вдруг и пирожан вернется! Неполненные пирожан! Вот ты командир! Thank you.
Посадить беглецов жирного в карцер на сухой паёк и пытать. Голова расстрелять, а у третьего отберите кольцо, а самого его бросьте в пропасть. Работаем! Скорее за мной! Бежим назад, камера! Ты чё, совсем спятил, голубь? Нет, где меня пускать? Ну быстро за мной, быстро! Внезапно дурман от грибов рассеялся, и герой понял все. Понял, что значит путь Джигита и в чем его призвание. А потом даже вспомнил, как его зовут и что он тут делает. Мерзкие твари! Поручение!
Как обычно, если показалось, что победа близка, жди подляны. Без этого следующей серии точно не бывает. Погиб, но дело твое живет. Внимание. Взрыв реактора через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.